Привет, дорогие зрители! Приехали мы с друзьями покушать вкусное. Тут готовят очень вкусное блюдо из печени. Вот такой интересный ресторанчик с шимдигелером уже привезли. Я покажу. Тут типа музей. Кому будет интересно, здесь шашлыки также есть. Адана кебаб, пирзола и тому подобное. Очень вкусно готовят. Сейчас мы у шеф-повара спросим, как они давно начали этот бизнес. А потом сядем, покушаем. Всем привет снова. Так, Туран Уста, мерабалар. Çok güzel yemek yapıyorsun. Zaten restoranın adı da Turan Usta, Ciğerci Turan Usta. İmi ресторана Ciğerci Turan Usta. Можете там посмотреть, была надпись. Burada yazıyorsunuz. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 45 senedir. 25 sene babamla amcamın. Evet. 20 senesi benim. 45 лет они занимаются вот этой деятельностью. Спросить можно? Ну да. Я хочу спросить уважаемого повара, а какое считается лучшее блюдо в этом ресторане? En güzel yemek bu restoranda hangisi? Sizin özel ait. Özel yemeğimiz tereyağlı yaprak. Ha, самое главное еда, блюдо этого ресторана. Вот эта печень такая вкусная. Одну я съем, извиняюсь. Но это говяжья печень? Данама? Кузу? Кузу. Кузу. Это ягненок. А, то есть это кузу. Ягненка, то есть это молодого. Молодого, да, 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 да. Замечательно. Замечательно. А сколько лет существует ресторан? Кач сенед ресторан? 20 лет. И он все 20 лет тут работает? 20 сенед бурда шалшош. 20 лет он в Алании кормит народ вот этим вкусняшкой. Кто является основными посетителями? Турки, иностранцы? En çok gelen müşteriler nereliler? Yerli halk. Ha, yerli halk özellikle çok geliyor. Yerliye yönelik bir restoran. Evet. Hem yerliye yönelik ama bu lezzetleri, bu tatları sizin gibi arkadaşlar. Bu yabancı misafirlerimizi öğretiyorlar. Aha. Bu aralar Ruslar çok gelmiyor. Вот такие, как мы приходим сюда, именно местные Алания, привозим своих гостей, и много русских, европейцев уже приходят, и известный ресторан в Алании, так скажем. Это блюдо является национальным блюдом или это какой-то авторское? Bu milli yemek mi yoksa size özel? Им. Это к ним относится авторское. Это их не блюдо. Да, это авторское блюдо. Специально вот так готовят на сливочном масле. Тонко режут печень ягненка. Она очень нежная, да. Мы, похоже, уже пробовали. Я уже проголодался? Да. Да. А какие еще интересные блюда здесь готовят, кроме печени? Шашлыки я уже показал там, это витрина. Баранье. Baranya, başka yapacak yemekler, şişler vardı, gösterdim kebap. Aha. Adanalar, kuşbaşılar, kuşbaşı, çöp şişler, tavuk, mavuk, her şey var. Все есть, и курица жарит, шашлыки, и все. Балык var mı, балык yeme? Нет, рыбы не занимаются. Ama bizim misafirlerimiz bana alo diyor, ben balık yiyeceğiz, bugün akşam yiyeceğiz, 5 yiyeceğiz, 10 yiyeceğiz. Ага. Если позвонят ему заранее, скажут, что мы придем 5-10 человек, то они заказ уже делают. А часы работы ресторана? Saat kaça kadar çalışıyorsun? Akşam 12'ye kadar. Утром 11 часов. Вечером 12 часов закрывается. До 12, да. В выходные тоже работаешь? Pazar günleri çalışıyorum. И выходной они открыты, оказывается. А еще нескромный вопрос. А вот с точки зрения уровня цены, они выше среднего, ниже, в середине? Fiyat konusundan ne yerde piyasaya göre? Середина. Середина. Ценовая палец середины. Не дорого, не дешевле. Одно меню, одна цена. У всем одна цена. Понятно. А такой еще не скажу. А торговаться здесь принято? Pazarlık yapmak var mı burada? Yok, нет, нет, все как есть, там все меню. Меню как указано, там... Pazarlık yaparlar, все бумаги. Да, я сейчас заберу, говорит. Это бесплатно мы? Да, если, говорит, будете там торговаться, я все это заберу, доставлю только. Это все бесплатно. Вот это бесплатно. Платите только за это и за напитки. Хорошо, а вот такой
вопрос чисто технический, организационный план. Вот приходит человек, который не знает турецкого языка ни слова. Меню у них на турецком. Меню русча масизде варма, русча английская. Они заказали... Будет. На английском есть, на турецком есть? Ага. В этом году много начал русских приезжать. Я тоже рекламирую. Тамама, что? Фотографлар вар, меню, да? Картинки тоже есть, все есть. Показано, что готовят, как готовят. Вы подходите к тому витрину, там мясо есть. Выбираете, я хочу это шашлык машлык. И прямо оттуда... Шампур берете и кушаете. Прямо с места вот там наверху. Там готовит повара. Ну, то есть можно всем, кто будет смотреть ролик, соответственно, наверное, будет ссылка, я так понимаю, на адрес. На адрес, да, я поставлю туда, в центр. И тогда можно будет действительно рекомендовать, чтобы люди конечно приходили сюда. Конечно. Или можно в Яндексе также, или прогуглить в Гугле, там написать «Джигерджи Туран Уста». Автоматически будет, ссылочка будет. У них даже донар есть. Донер, который крутится, вот мясо, которое крутится, известно, как шаурма. Искендер донер есть, очень вкусно покажу. Сейчас покажу из мяса, идемте покажу. Тут для детей есть место для игр. Так. Вот. Молодец. Вкусно, очень. Это говядина? Да. Разве из говядины тоже делают? Да, говядина, 100% это говядина. Один кусок, берите. Чуть-чуть попробуй. Пожалуйста. Я заберу. Это турецкий донер кебаб, очень вкусный и отлично. Это донер искендер кебаб есть. Искендер. Это мясо, и хлеб, и это сос, это кетчуп, йогурт. Йогурт. И желтый май. Очень вкусно, очень хорошо покушать. Видите, уже по-русски все здесь говорят. Да. Но это мясо свежее, то есть не заморозка, то есть это... Тазет. Свежее. Каждый день свежее. Да. Они же заканчиваются уже, видите, еще полдня еще не прошло. Вот я, конечно, заря привел, да? Вот сейчас вот я покажу. Вот делают смешанный шашлык, машлык. Смешанный там. Карышек из горы пьет. Тавук, канат, тавук. Да, и вот там повар тоже готовит. Угу. Няшка, мяшка, вкусняшка. Баклажан, да. И я бы хотел сказать, ага, вот большое значение имеет даже визуальный и психологический контакт с теми, кто тебя встречает. Да. Вот как только мы зашли, он сразу вышел, улыбка. Улыбка. Еще спрашивает. Да. Вкусно? Есть да какая-то там... То есть, я хочу сказать, это нюанс. Больше половины дела, даже чем приготовить, а вот именно доброе отношение к гостям. Ага. Ай, Алла, да. Он большой мастер. Мастер. Вот это работает. Да, вот. Вы видите, там как масло жик-жик делает там. А вот попадает со стульев. Не надо. Ну, все, мы пошли кушать, у нас уже похолодало там. Или... Ну, все, спасибо. Teşekkürler. Teşekkürler Turan Usta. Elinize sağlık. Elinize sağlık herkese. Biz yemeğe gittik. Все. Дорогие зрители, мы пошли кушать. Всем пока-пока.